Специальное предложение дня. Как говорила Коко Шанель, нитка жемчуга может изменить судьбу. Меняем судьбу вместе. Тем более, что ниток у нас сегодня на выбор две – белая или черная. И если вы приобретаете сегодня два украшения, то у вас еще и жемчужные, пусть это в подарок. Ну, о наших специальных акциях чуть позже. Пока что давайте смотреть, любоваться на эту великолепную нитку жемчуга. Итак, бусы «Леди Совершенства» – наше специальное предложение дня. Что это означает? Это означает, что это самая доступная цена за подобные ювелирные украшения. Уже жемчужные нитки у нас действительно многими женщинами были оценены, но вот именно наш жемчуг, посмотрите, видно, что он натуральный, видно, что это действительно природное чудо. Цена только сегодня от 999 рублей. И давайте с вами посмотрим на то, что есть черная и белая нитка жемчуга на выбор. Вот как раз наша модель сейчас демонстрирует вам более короткую черную, более длинную белую, но при этом у нас длинная есть на выбор от 45 до 60 сантиметров в любом из цветов. Пока что все длины и все цвета есть в наличии. Выбирайте свою нитку удивительного жемчуга. Жемчуг помогает нам для того, чтобы мы были красивыми, счастливыми и здоровыми. Есть магия жемчуга, есть, конечно же, чудо вот этого натурального минерала. Итак, давайте с вами посмотрим на свойства жемчуга. Считается, что жемчуг действительно меняет судьбу. Природный жемчуг, он наделен особыми свойствами. И у нас с вами здесь, конечно же, природный культивированный жемчуг. Это более правильное будет название. Так вот, лечебный жемчуг у нас продлевает жизнь и сохраняет красоту. Если вы носите жемчуг, то вы однозначно будете оставаться долго красивой и желанной. Жемчужное колье должно быть у каждой женщины. А уж какой цвет выбрать, давайте разбираться. Я бы на вашем месте сегодня выбрала бы несколько ниток жемчуг. Ведь цена позволяет от 999 рублей. К 8 марта, к майским праздникам, к летним своим событиям. На каждый день черный и белый жемчуг. Вот она, красота и магия жемчуга, собственно говоря, в действии. Итак, бусы «Леди Совершенства» по стоимости только сегодня от 999 рублей. И разные длины есть на выбор. Но давайте разбираться с природой жемчуга, да? Почему я говорю, что это природный культивированный жемчуг. Сейчас 99% жемчуга, который присутствует на рынке, это культивированный жемчуг. Что это означает? Их выращивают на специальных жемчужных фермах. И вот обратите внимание, что раковины жемчужницы, которые создают эту жемчужинку, ее вытаскивают. Но какая будет жемчужина, какого цвета, можно будет понять только когда, собственно, раковина жемчужницу откроет. Вот я сегодня выбрала, например, таким образом носить самую короткую длину, 45 сантиметров. Я переплела две нити, это мой любимый способ. Способов, как носить жемчуг, их огромное множество. Вы можете даже в интернете увидеть, что есть порядка, 10, 15, 20 способов, как можно объединить несколько ниток. Чем больше у вас есть ниток, тем больше у вас есть возможности, как вы носите жемчуг. И обратите внимание, что если вы, например, носите, выбираете длину 45 сантиметров, это будет чуть-чуть ниже горлышка. Если выбираете, например, длину 60 сантиметров, то очень удобно, можно одевать даже через голову, не открывая замочек. Хотя замочек у нас с вами здесь особенный, не простой, а серебряный. То есть здесь у нас с вами еще и серебро, помимо жемчуга, вы получаете две драгоценности в одном ювелирном украшении. Вот у нас серебряный замочек, обратите на него внимание. Кстати, сейчас на соединительном колечке можете на другом вот увидеть пробую клейму завода-изготовителя. И обратите внимание, как выполнены у нас с вами здесь жемчужины. Вот я как раз хочу вот так вот показать вам, что между каждой жемчужинкой есть особый специальный узелок. Это нам дает большую надежность, это нам дает, безусловно, большее, скажем так, правильное соединение жемчуга. И видно, что каждая жемчужина здесь по-своему уникальна. Это природный культивированный жемчуг. Действительно, у нас с вами, посмотрите, какие цвета, какие здесь буквально вот такие оттенки. Здесь белый жемчуг у нас с вами есть и черный. Как раз есть другой способ, как мы можем носить жемчуг, да? Например, две белые нити, 45 и 60 сантиметров. Я рекомендую, также вы можете носить и по три нитки, например, да, совершенно не возбраняется. И давайте с вами посмотрим на те впечатления, которые возникли у знаменитой телеведущей Татьяны Судец по поводу наших бус. Какая же красота этот жемчуг, и черный, и белый. Подойдет и к вечернему платью, и к повседневному. Красота, правда? Это культивированный жемчуг, выращенный. Здесь серебряная застежечка.
Так что не пожалеете, если купите. А если это будет еще в комплекте с сережками и колечком, вы будете неотразимы. А для того, чтобы жемчуг вот так блестел и искрился, его нужно носить. Потому что жемчуг живет вместе с вами. Он живет, когда вы его носите. А если он лежит, он тускнеет и умирает. Так что, милые женщины, носите с удовольствием. И жемчуг будет радовать вас. Вот такие впечатления у истинной леди о жемчуге. Если вы хотите действительно создать образ истинной леди, носите жемчуг. Жемчуг нужен всем и всегда. Нет женщины, которая бы не нуждалась в жемчужной нитке. А какую выбрать, мы с вами сейчас как раз разбираемся, черную или белую, или обе. Если вы выбираете, например, две нитки жемчуга любого цвета, любой длины, вы получаете вот такие еще серебряные жемчужные пусеты в подарок. Это будет ваш бонус, это будет ваш подарок при заказе двух ювелирных украшений. Жемчуг идет всем женщинам, поэтому жемчугом ошибиться невозможно. Натуральный жемчуг вне времени и возраста. Любой образ превращается в статусный и праздничный вместе с бусами леди совершенства. Они поэтому так и названы. Это ваш элемент для совершенства, для совершенного образа. Кстати, ювелирные украшения жемчуга, безусловно, подчеркивают высокий социальный статус владельца и выделяют вас на фоне других людей. Считается, что если носить жемчужные украшения, то они приносят здоровье и удачу. И жемчуг ценится как живой, романтичный и очень благородный драгоценный камень. Выбирайте свою длину, выбирайте свой размер. Это натуральный культивированный жемчуг. Бусы леди совершенства. Номер лота для заказа 002-683-152. Сейчас лидер в заказах у нас наметился 55 сантиметров белый. Это в том числе и выбор, например, нашей Оли Грядуновой. Посмотрите, у нас Оля примерила эти бусы, причем она не удержалась, она примерила и белые, и черные. Оля уже говорила о том, что она разные образы сейчас придумывает, как можно носить с этими бусами, какие можно платья подбирать под такие наряды. Носите, только сегодня цена от 999 рублей за длину 45 сантиметров. Выберите три комбинации. Комбинируйте, сочетайте свои образы, создавайте свои идеальные наряды.